Здравствуйте! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Компания «I Love Sushi» поздравляет всех с наступающим Новым годом. В жизни всегда есть место празднику, а компания «I Love Sushi» поможет устроить и провести его на высшем уровне. Вас приглашают провести новогодний корпоратив, свадебный банкет, детский праздник и любое другое мероприятие в семейном кафе «I Love Sushi». Бери друзей и коллег и к нам. А если вы празднуете дома, то всегда можете заказать доставку еды по номеру телефона 449. «I Love Sushi» – 7 лет в Печоре. Доставка еды «Мангал Хаус» поздравляет всех печорцев с наступающим Новым годом и предлагает к вашему столу вкусную еду. Шашлык из свиной шеи и курицы, стейк лосося на гриле, люля-кебаб, шаурму и другие блюда. «Мангал Хаус» – вспомни лето, закажи шашлык по номеру телефона 43 8. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Мехико». Только с 23 по 31 декабря в магазине «Мехико» новогодняя распродажа. Для вас товары без наценки, рассрочка платежа до 3 лет, норковая шуба за 1000 с копейками рублей в месяц. Магазин «Мехико» вас ждут по адресу улица Гагарина, 39. И о погоде. Завтра, 28 декабря, в Печоре ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет 15-17 градусов мороза. На дорогах снежный накат. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и страничка ВКонтакте. Заходите, мы всегда в онлайн. Вы смотрели прогноз погоды, в студии была Олеся Павленко. Всего вам доброго, до свидания.